В гости всех представителей молодежных организаций пригласили члены Совета молодых депутатов. Он действует при городском собрании Сочи. Помимо всех остальных задач, которые стоят перед народными избранниками, Совет еще и отвечает за помощь молодежным клубам и объединениям. Мы общаемся в тесной координации со всеми молодежными структурами, как Совет молодых депутатов. Они к нам обращаются со всякими просьбами, вопросами взаимодействия, сотрудничества, где-то оказания содействия. И вот, чтобы не происходило это в точечном режиме, мы сегодня их объединили за один стол, чтобы послушать всех их, их болевые точки, где-то обсудить, может найти решение тех проблем, которые у них возникают в ходе их работы. У каждой организации есть свои перспективные программы, у кого-то уже и успешно воплощенные проекты. Например, юридическая приемная молодой гвардии. Будущие юристы, а ныне студенты, бесплатно помогают всем обратившимся за консультацией. Недавно обновил свои ряды молодежный совет при главе города. Пригласили сегодня на встречу и самых юных членов городского ученического совета старшеклассников. Помимо подготовки к экзаменам, выпускники уже сегодня активно участвуют во всех городских молодежных проектах.